Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. У нас с вами закончился турнир, и мы с вами, да, именно в мастере 3 звезды. Как и обещал, ребят, мы свой рекорд опять же побили. Ну что, теперь давай открывать колоду и смотреть. Ну, почти 10 тысяч сюриков. Кейси Джонс, 50 ДНК, это говорит о том, что мы его сегодня проапаем. Ага, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Я считаю, что это шикарно. Бустануть, ребята, не получится, потому что я пришел сегодня после работы просто без сил. Лег спать и проспал весь день, поэтому сегодня уже вечер, точнее сейчас. И, ну, будем играть как получится, лайтово, так скажем, да? Задания у меня все выполнены. Так, по сколкам я пробегусь потом. О, на турнирке, друзья мои, Крис Брэдфорд, но он мне не нужен. Так, испытания, давай-ка посмотрим, что у нас будет. Так, городская война, свет в темноте и живи долго и играючи. И эксперт — это учитель Сплинтер. Ну, в принципе, неплохо. Так, друзья, давайте-ка быстренько с вами. Вот он, Кейси Джонс. Развиваем, конечно же. И он получает четвертую серебряную звезду. Вау, пассивка. Мощная контратака. Кейси вкатывается в зону нападения. В начале хода есть вероятность 10% увеличить силу атаки союзников на 20% в течение двух ходов. Ну, я думаю, что это нормально, да? Ну, а мы с вами отправляемся на арену. Так, давай-ка посмотрим. Кстати, у меня 67 монет, но этого мало. И 60 долларов. Окей. Так, чтобы нам, чтобы... Ну, покупкам... Ага, не все одинаково. Давай тогда, наверное, возьмем с тобой Джеймса. Джеймс. Сегодня, я думаю, мы сыграем в ареночку только лишь в одну. А уже с завтрашнего дня мы приступим, как говорится, к испытаниям. Ну что, в первую очередь, наверное, ушатаем Кирби, как всегда. Опа. Выжил, выстоял, так сказать, против моего удара. Карайка, успокойся, пожалуйста, не нервируй меня. Так, секундочку. Ну что ты, Рафаэль, ну хватит уже. Буянит он мне здесь. Твич, Карайка отдыхает. Что-то я не могу понять, то ли мы слабые, то ли противник сильный. 17 уровня кромсали 3 часа здесь. Обычно у нас это все происходит с одного удара. Но тут, ну правильно, я еще раз скажу, что бустануть не получится, потому что уже прошло после отката. Если сейчас у нас, сколько там, 7 часов вечера, ну да, а откат был в 2 часа дня, более 5 часов прошло. Так что особо хороших, сильных результатов здесь, конечно же, ожидать не стоит. Черри, ничего себе, уже 22 уровень. Эй, погодите, друзья мои, я еще 30-й не отыграл, а уже 22-й, 20-й, 19-й левел. Но, с другой стороны, так интереснее даже, да? Кубков больше, азарт сильнее. Так, давай-ка начнем с массовой атаки. Чпок. Так, Лео надо вышибать обязательно. Хиллером тут не место. Ну-ка, давай, Рафаэльчик. Шикарно. Макман, успокойся, это потом несчастный. На-ка, получи. Выстоял ты, посмотри-ка, а? Но это было ненадолго. Ну что, ребята, опять же, дельная победа. И мы двигаемся с вами дальше. Но я думаю, что на следующий ранг мы вряд ли попадем. Хотя, нет, попали. Воин 3 звезды. Тогда продолжаем. И тут выбираем, наверное, так, Рози, Анастасия. Да они, в принципе, одинаковые, да? Давай возьмем Рози или Рази? Рази. Рази, зарази. Ладно, будем драться с ним. Тут 21 уровень. Ну, у нас уже, как видишь, тридцатнички пошли. Даже 34 есть. Там и Кейси Джонс фильм уже подоспел. Так что не стоит переживать. Начнем по стандарту. Кстати, смотри, у него черепашки все. Ну, не все, если муху убрать, были бы все из фильма. Не хватает там кого только лишь. Леонардо, а нет, Лео есть. Конечно же, майки не хватает. Так, минус один. А, у них пониженная атака. Вот по Лео можно бомбануть, кстати, неплохо. Давай валуном в него. Посмотрим, сколько отнимем здоровья. Воу, вырубили вообще. Так, Рафик понизил мне атаку. И Донни тут из-под тишка лезет.
Знаете, подавитесь бомбочкой. Опа-на. Так, шинигами добьешь? Красава. Так, осколок экрана. Выжил. А так если? Да ладно, завязывай, парень. Успокойся. Ну, еще одна идеальная победа. И мы с тобой продвигаемся. Хотя вряд ли мы повысимся. Воин. Да что ж такое-то? Я думал, что не повысимся, а мы все повышаемся и повышаемся. Значит, у нас идет, ну, как бы буст. Так, здесь 13 кубков. И я, наверное, возьму... Ну. Или ху. Наверное, ну все-таки. Или ху. Ху из ху. Непонятно. Ну, будем, короче, с ним разбираться. У нас уже 35 уровень, а тут не за горами и 40 подтянется. А если 40 войдут, там полтиннички. А после полтинничков у нас начинается имба почему-то сразу. Ну что, погнали. Так, Донни, ты падать, я так понимаю, не собираешься. Он, наверное, еще успеет хильнуться. Хотя вряд ли. Ничего он не успеет. Баксер, ага, мы его оглушили. Это хорошо, и добили. Крип. Ну, естественно, что он еще может сделать? Только лишь замедлить и взять провокацию, но это его не спасет. На его-то 23 уровне. Да, Пит просто его ушатал. Так, погоди-ка. Все. Слушай, Кейси Джонс как прокачался, да? До 4-й серебряной звезды. Стал что-то показывать. Пробивать намного лучше. Так, мы с тобой в элите уже 2 звезды. Правда, ранг 99-й. Ну да ничего. Так, и у нас тут Леночка, у нее 15 кубков. Поэтому, с вашего позволения, я возьму ее. Но ранг уже, как видишь, точнее не ранг, а уровень противника 33-й, то есть мы с тобой на грани практически играем. 33-й, у нас 40-й. Если еще пару таких боев вперед, и мы, наверное, уже дойдем до 40-х левелов. Фиг его знает. Ну что, приступать будем, конечно же, с массовых атак. Угу. Так, Шреддер, успокойся, пожалуйста, пока тебе не влетело. Наверное, сделаем с тобой защиту дополнительную. Так оно будет безопаснее для нас. Теперь массовую атаку от кожеголового. Минус троечка. Иммунитет, зачем он ему, вот объясни. Ха. Ох ты, Шреддер не упал. А если так? Нормулечка. Ну ладно, доби... Я думал, что вы добьете, кролики, а вы не смогли этого сделать. Кожа головы, ну, ребят, естественно, 40 уровня. Он просто растоптал этого бибопа и даже не поморщился. Но мы с тобой двигаемся дальше. У нас... Да что ж такое-то, а? Элита, 3 звезды уже. То есть мы нисколечко с вами не отстаем от буста, понимаешь? То есть сейчас будут у нас уже самураи. Хм, что-то подозрительно как-то. Очень подарок. Так, Имран. Давай возьмем, наверное, его. И у нас тут 32-й, да, уровень всего лишь. Ладно, у нас уже 40-е, как говорится, рвутся в бой. И мы с тобой будем сейчас разминать. Потом за кадром я набью еще немножко осколков. И надо вообще глянуть, сколько у нас там всего этого добра, чтобы прикинуть, кто будет в ближайшее время у нас апаться. Бомбочку, да, ты бросил, гаденыш маленький? На тебе, Мундагека. Чтобы не ставил, как говорится, ускорение. Теперь бросим еще туда гранату. Ха-ха. Ах ты, Кирби. Ну, я так и думал, что он хильнется. Что у нас есть? Ну, давай, наверное, вот так вот бомбанем. Что-то не то, ребят, пошло. А если так? Силу атаки мы понизили, да, провокацию взяли. Ну, единственное, что, конечно, они будут массовыми атаками меня бомбить. Но это все ерунда на самом деле. Смотри-ка, смотри-ка, что делают. Выпендриваются, выделываются. Так, надо этого чикать. Срочно, причем. О, как он крепкий. А так? Ну, а так? Все, вырубили. Теперь остается у нас Донателло. И Микеланджело. Про него тоже не стоит забывать. Да что ж такое-то, а? Смотри, что творят. Минус. А-а, не минус. Вот сейчас, наверное, минус. Угу, и остается лишь Микеланджело. Так, ладно, ребят, приступим. А если кулачком? Бамс.
и добивает Рафаэль. Все, друзья. Ну, слушайте, все равно как-то тяжковато пошло. Вот я сейчас сыграл. Обычно мы таких, как говорится, на обед и ужин кушаем, да? Без майонеза. А тут, смотри-ка, пришлось даже немножко перчиком, как говорится, разбавить. Ну что же, тогда у нас с тобой ранг 12. И мы практически уже в самураях. Я думал, что, конечно, мы сразу рванем с тобой, но не тут-то было. Можно попробовать получить, наверное, 16 кубков. Но это... Опа! Ты видишь, Дмитрий у нас сидит там где-то в лесочке, на пенечке. И с удовольствием хочет представить нам с тобой 16 кубков. А мы с удовольствием с тобой примем. Опа, опачки. Так, секунду, здесь надо сделать небольшую заминку. Ты видишь, что уже на равных противник. Мы же не хотим с тобой рисковать. Я думаю, что не хотим. Поэтому возьмем, наверное, с тобой туда Ванюшу с его пулеметной дробью, чтобы он сразу на раз их всех ложил. Вот такая у меня, ребята, идея. Опс. Чё-то мне не нравится, что тут происходит. Они еще и выжили. Давай осколки бросать. Найс. Добьешь? Молодец, Кейси. Ну, согласись, был офигенный риск, потому что пиццелицей с одной плюшки получил столько повреждений, что я не знаю, ребят. Еще бы дунуть на него, и он бы улетел бы. Ладно, мы с тобой уже в самураях, двигаемся дальше и смотрим. Так, 16 кубков уже. Ну, 17 кубков я вряд ли здесь могу выбить. Поэтому остановимся пока на этом. Здесь я возьму, наверное, паукуса на всякий-всякий пожарный. Раз, два, три, четыре. Так, здесь все отыграно. Самурай, да, значит, у нас. Потом будут сёгуны. Ну, опять же, все зависит от того, как мы с тобой быстренько будем продвигаться. Так, паутинку бросает паукус. Двоечку уложил, красавец. Так, Майки, сможешь добить? Хоть раз. Ха-ха-ха. Неплохо. Потому что у него этот удар обычно, ребята, слабый. Он не прокачанный и наносит минимальный урон. А тут все-таки смог добить. Красавчик, и мы с тобой. Да, в самураях две звезды. 90 ранг. Победы, наверное, надо будет одержать две, чтобы перейти в самурай три звезды. Ну, а мы с тобой будем определяться. Вот видишь, когда у нас все кубки одинаковые, 17-17, лучше, наверное, немножечко вот так вот порыскать. И есть вероятность найти 18 кубков или 16. Слушай, я что-то вот не помню. 18 кубков я ни разу, по-моему, не видел. И есть ли вообще столько кубков здесь? Видишь, 17 дает и все. Кто-то говорил, почему ты не пользуешься кнопочкой обновить? Ребят, я тебе объясню. Бывает такое, что нажимаешь кнопку обновить, у тебя игра вылетает, вот и все. Поэтому мне проще делать вот так вот. Выйти и зайти. У кого-то, может быть, таких проблем нету, а вот у меня почему-то именно такие есть. Поэтому я играю не через обновить. Воу! Поэтому я играю не через обновить, а через поиск. То есть сбрасываю и опять захожу. Так, ребят, 18 кубков. Противник очень серьезный, как ты видишь, да? 44 уровня. Лапекс, я не знаю. Давай, наверное, возьмем сюда. Тихо, подожди. Тут обязательно нужен один из имбы. И это будет у меня, наверное, Змейка Вьюн. Слушай, если мы так с тобой пойдем, мы быстренько залетим в Лигу Сёгунов. Так, поехали. Угу. Минус одиночка. Минус Кирби. Так, Мондагек ускорение делает. Ладно, фиг с ним. Это все равно ему не поможет. Так, кролики там что-то выпендриваются, я смотрю, да? Ну-ка. Эй-эй-эй-эй-эй, давай-ка кроликов добьем, наверное, с тобой. Что? А, ну правильно, друзья, уклоняшка стоит. На тогда тебе. И караечку добиваем. Все, друзья мои. Я считаю, очень неплохо даже сыграли. Сейчас посмотрим с тобой, куда мы приземлимся. Так, самурай. А, позиция 36-я. Ну да, как я и говорил, где-то два боя нам придется с тобой сделать, чтобы перейти трехзвездочный самурайчик. Так, здесь по кубкам. Да ну, 16-17, это не годится. Вот, опять фартануло, ребята. Но неймчик у нас здесь 45-й уровень. А, нет, 46-й максимальный.
Значит, нужно быть, опять же, на страже. Так, 45-й. Практически, друзья мои, на равных, да? Тихо, Супер Шреддер, подожди, не лезь пока вперед, батьки, в пекло. А мы с тобой, наверное, возьмем здесь... Да, можно взять Донни. У него, конечно, инициативы не так много, но он должен, по идее, сходить первым. Посмотрим. Так, завалит, не завалит? Сразу же. Блин, морзина кошка выжила, надо ее чпокать. Окей. Так, Майки усиляет команду. И Крис Брэдфорд атакует. Но это, конечно, все зря. И это им ничего не поможет, ребята. Отлично. Ну, ты понимаешь, почему я стремлюсь получить больше кубков. Чтобы побыстрее подняться по рангу. Вот что самое основное сейчас. И вот мы с тобой уже в самураях 3 звезды и 81-я позиция. Угу. Так, 18, 18, 18. Ну, давай, наверное, я возьму Джошуа. Мне кажется, он более-менее такой. Кубков вроде бы нормально, да, но по уровню он слабоватенький будет. И вот мне хочется именно с ним подраться. Так, возьмем, наверное, сюда Железноголового, как, ну, под страховку. Чтобы лишний раз просто не рисковать. Возьмем провокацию или просто выпустим ракеты. Проверим сейчас. Вот и все. Самый быстрый бой, который сегодня был. Выпустил ракеты, и они упали. Ну, двигаемся тогда дальше и смотрим, куда мы с тобой приземлимся. Тридцаточка. Ну все, ребята. Сёгуны нам сегодня обеспечены с тобой. Как пить дать. Так, а вот здесь надо будет взять... Да давай его, наверное, Рене. Кстати, он тоже часто нам попадается. Рене. Тут будет Зек. Так. Микеланджело, Лео, Карайка и Шреддер. Слушай, а Зек один-то потянет? Ну, по идее, должен, да, справиться-то. У него есть бомбочка. Ну, на худой конец замедлит противников, да? И моя мелюзга, я думаю, сможет все-таки их там завалить. Будем на это надеяться. Опа, их... тут-то добивать-то, в принципе, некого. Просто Майки один удар сейчас сделает. Нет. Я заблуждался, не один удар. Ну, как всегда, да, я думаю, что вот, все будет легко и просто. По одному удару каждому все упадут. И игра мне преподносит такие сюрпризы, да. Что фигушки тебе. Мучайся и страдай. Ну, а тем не менее, мы с тобой забрались в Сёгун одна звезда. А у нас рекорд 3 звезды, да. Вряд ли, конечно, я смогу его сегодня побить. Но очень-очень хочется. И выбираем мы с тобой Патрицию. Да-да, именно ее, потому что очень классно у нее кубков и уровень довольно-таки лояльный именно для моих персонажей. Возьму я сюда, наверное, Бакстера Стокмана, да? С его супер волной или с его супер маузерами. Там уже определимся. Донателло, да? Вначале мы сделаем с тобой понижение защиты, может быть, даже и атаки. А теперь выпускаем волну. Ну, в принципе, они готовы. Добьем с тобой Майки. Рокул не стал падать от постепенки. Значит, морзинная кошка его добьет. А почему легко? Потому что у него пониженная была защита. Вообще, в ноль, в хлам, елки-палки. Считаю, стоял у нас в одних лохмотьях. Поэтому, конечно же, морзинная кошка смогла так легко с ним справиться. Ну что же, давай смотрим, куда мы с тобой приземлимся. Ранг у нас 37-й. Еще один бой, и мы с тобой должны, по идее, перейти в Сёгуны. Две звездочки. Здесь абсолютно все одинаковое. А можно 20-й? 20 кубков можно? Вот, смотри-ка. Ха-ха. Вот он, ребята, секрет продвижения по лиге. Ну что, беру Армагона. Раз, два, три, четыре. Слушай, я думаю, что Армагоша здесь за глаза, да? Единственное, чтобы вот эти вот мои орлы выжили до удара Армагеддона. Армагеддона. Армагона, конечно же. Так, а он, по идее, должен ходить первым. Так, смотрим, насколько много урона. Просто колоссально. Я думал, он нанесет урон, там кого-то не добьет и будут мои оставшиеся персонажи добивать. Он просто с плюхи с одной их выкачал. Друзья мои, Сёгун, 2 звезды, 89-я позиция. Что-то сегодня я в ударе, да? Или игра в ударе, я не знаю. Мы просто летим, сломя голову с тобой.
Так, здесь у всех 20-е. Дадут мне 21 кубок? Есть такая вероятность его получить? 19 только, да, дают? Я хочу 21. Дайте, пожалуйста, 21 кубок. Не дают. Не дают, хоть ты тут тресни. Ай-яй-яй-яй. Давай еще две попытки последние. Если не дадут, придется с 20-ми драться. Ну да, не дают, ребята. Ладно, берем с вами Аннабеллу, Усаги и остальные. Так, раз, два, три, четыре. Да я думаю, здесь Усаги просто за глаза. Сейчас он сделает свою вертушку, повесит на всех постепенный урон. Да еще и сам урона нанесет немало, согласись. Вот смотри, там морозильная кошка сразу вылетит из обоймы, мне кажется. Один только Бакстер Стокман выжил, да и то, ребят, ненадолго. Его постепенный урон уничтожит либо мои персонажи. Все. И здесь же. Так, мне интересно, перейдем мы сегодня с тобой все-таки в Лигу Сёгунов 3 звезды. Если залетим, ну, это будет великолепно просто. Так, как видишь, 50-я позиция у меня. 56-й, 54-й. Так, подожди-ка, а по кубкам все одинаково. Дайте, пожалуйста, 21 кубок мне, а. Они меня все на 20-ке держат, посмотри. Мне не неохота. Вот, наконец-то, Райан. Отлично, отлично, Райан, я тебя долго ждал. Я беру Леонардо. Так, не забывай, у нас еще 3 отката, только вряд ли они нам понадобятся. Так, и что же получится? У нас с тобой еще один бой. Ой-ой-ой, ладно. Еще один будет? Нет, можно растянуть на 2, если честно. Сейчас посмотрим, сколько нам не хватит с тобой. Так, вертушка от Лео, я думаю, что они все упадут. Тыдич, нет. Не все, а если так? Хм. Бибопчик-то оказывается, да? Силен, ну правильно, столько сала себе на тело накопил, ё-моё, фиг пробьешь. Так, а теперь смотрим. 35-й? Ох, ё-моё, 8-й ранг. Так, мы сейчас все, ребят, сейчас просто залетим туда с криками «Ура, бонзай!» Вот Алексей, тезка мой. Давай, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три. Я, знаете, что все-таки сделаю, друзья? Я все-таки сделаю еще два боя. Этот и следующий. У меня как раз хватит и персонажей, ну и кубков, естественно, с тобой получим. Ну что, ну, вначале сделаем уклоняшку с тобой, это понятное дело. Так, теперь Усаги начнет заряжать суперудар. Постепенный, кроме сплинтера, да, на всех упал. Так, теперь сделаем такую штуку. Ну и надо уничтожать все-таки нам сплинтера. А эти должны посыпаться сами по себе. Вот и все. Ну что же, ребятушки, отлично идем. Переходим с вами. Скоро Лига Сёгунов для нас будет, это уже как норма, знаешь. С бустом, без буста мы уже будем сюда залетать как к себе домой. Ну и продолжаем, ребята, бой. 22 кубка, отлично. Выберу я, наверное, Лео. Да, Лео. Раз, два, три. Блин, ладно, придется вернуть еще и Усаги. Ну, не хватало для полной пачки на одного персонажа. Поэтому я решил взять Усаги. Ну что ж, тут все элементарно просто. Ходит Усаги, потом Леонардо добивает. И, в принципе, арена на сегодня будет пройдена. Ой, друзья мои, не знаю. Дай бог мне сил. Что-то чувствую себя очень противно, отвратно. Какой-то кашель нездоровый. Сон плохой. На работе утомляюсь. Как бы надо, не знаю, отдыхать. В отпуск хочу, если честно. Но я уже свое отгулял зимой. Ну что, друзья мои, в Лиге Сёгунов 3 звезды, 29 ранг у нас с вами, да? Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Продолжим играть, естественно, на ареночке. Так, я пошел набивать пока осколки. Ну, а завтра продолжим уже проходить испытания. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.